Есть в обществе такое мнение, что любой вирус неустойчив к морозам, особенно сибирским, но нас на этой неделе холода не коснутся, наоборот, будет по-весеннему тепло. Давайте немного отвлечемся от ситуации с коронавирусом и послушаем прогноз погоды на неделю. О нем расскажет Софья Питеркина. Ну, не знаю, как насчет, помогут ли нам морозы или нет, но вот я думаю, ветром, который сейчас у нас на улице, точно можно сдуть любую инфекцию. Спасатели говорят, что у нас в городе даже объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, и вот сдувает практически все уже. Даже известно, что несколько крыш в городе тоже сдуло. И, судя по всему, этот ветер после сегодняшнего тепла принесет в наш город похолодание. Если сегодня днем температура поднималась до плюс 8 градусов, то уже завтра будет плюс 3. А в четверг похолодает до плюс 1. Зато будут у нас теплые выходные. Они действительно будут прям весенними. В субботу нам обещают плюс 8, в воскресенье плюс 6. Но нужно учесть, что вся неделя будет пасмурной и дождливой. Поэтому сейчас самое время достать зонтики, возможно, даже резиновые сапоги. Ждать ли нам в марте солнечных деньков, узнаем через неделю.